23 июля. Сегодня в Верховном суде состоялось судебное заседание, где рассматривалась апелляционная жалоба адвоката на постановление Киевского районного суда города Симферополь от 28 марта 2019 года, согласно которого была избрана мера пресечения как содержание под стражей в отношении моего подзащитного Абдуллаева Изета Мустафаевича. Прошло порядка 4 месяцев, и, наконец, в нарушение всех норм уголовно-процессуального законодательства была рассмотрена, наконец-то, апелляционная жалоба. Данное судебное заседание проходило в стандартном режиме. Ни одно из ходатайств, вернее, одно ходатайство было удовлетворено, все остальные были отклонены, и у проведения судебного заседания в закрытом режиме, и ходатайство о том, чтобы мой подзащитный, находясь в СИЗО города Шахты, участвуя в деле через видеоконференц-связь, тем не менее находился в клетке, которая была в СИЗО, что, естественно, возмущало защиту и самого моего подзащитного, но суд отклонил данные ходатайства. Прокурор также возразил, что это не входит в компетенцию суда решать данный вопрос. Ну, единственным позитивом, который я сегодня пронаблюдал, и это, наверное, удовлетворение единственного нашего ходатайства о приобщении к материалам уголовного дела официального перевода 26-го доклада ОВКПЧ ООН, где Изет Абдуллаев, а также остальные 25 человек, которые проходят по данному уголовному делу, признаны международным сообществом и международными организациями как лица, преследуемые за инакомыслие. Я не знаю, как это так получилось, но данное доклад был приобщен к материалам уголовного дела. Знаю, что ранее все подобные доклады суд отклонял и не приобщал к материалам дела. Изец чувствует себя хорошо, бодренький. Всему джемату передавал огромный селям. Сообщил о том, что из города Шахты его сегодня переводят в СИЗО города Ростов. Ранее уже один из 4, которые содержатся также в городах Шахты, в СИЗО города Шахты, это Алим, фамилию забыл, его уже перевели, и он уже в СИЗО номер 1 города Ростов. Сегодня Изета Абдуллаева переводят, и остаются еще Тофик и Яшар, то есть их всего 4. В связи с чем происходит такая ротация и перевод их, ну, защите пока неизвестно. Будем узнавать у следствия. Как бы пока так.